Москва, 10 декабря. Лига Игл FC проведет итоговый турнир уходящего года по смешанным единоборствам EFC-43 во Дворце спорта имени Ирины Винно-Русмановой. В рамках турнира Игл FC-43 состоится два титульных боя. Чемпион лиги в легком весе Мехди Дакай проведет очередную защиту своего пояса, на этот раз против претендента, идущего на серии из 6 побед, Макашарипа Зайнукова. А чемпион средней весовой категории, таджикский терминатор Фаридун Адилов, сразится с испанским тореадором Энноком Торресом. Наблюдать за этим противостоянием будет следующий претендент на пояс EFC в среднем весе Александр Шлеменко, который будет биться с победителем этого боя в следующем году. Помимо титульных поединков, вас также ожидают бои Гамзата Хиромагомедова, Сергея Калинина и Виталия Косицына. Билеты на сайте kassir.ru.